Так, вот она, такие пятна у нас. Сквозь них отлично виден металл. Красочка тонкая, но это пока, думаю, достаточно. Вот закончена шабровка этой основания рецидержки. Вот что теперь нужно делать, эту рецидержку разобрать. Вот клин вытащил, вообще, конечно, я ее еще не почистил. Вот, но не знаю, как вот этот антитвинт не откручивается, понимаете? Наверное, ни разу не откручивали за 50 лет. Вот что, ребята, подскажете, как ответить? Разборочки подвергнулась наша рецидержечка. И вот на такие части она распалась. Какой план? План такой. Сейчас ласта-хвосты не буду шабрить. Будем пришабривать следующие плоскости. Начнем, снимем поперечную подачу, выровняем у нее верх и выровняем у нее низ по плите. Потом по подаче выровняем. Или не выровняем, короткая. Нет, не выровняем, ребята. Она короткая слишком. Так, по подаче выровняем вот эту плоскость, у них одинаковый угол. Вот эти две плоскости. По этим плоскостям выровняем вот эти плоскости. Вот что будем делать. Такой, значит, план. А ласта-хвосты вот приобрел одну линейку, но она у нас пока 60 градусов. Завтра поеду за 55 градусов. Если 55 негодная, то вот эту будем переделывать в 55. Такой момент. Ребята, решил посчитать, сколько надо снять материала, чтобы превратить линейку в 60 градусов. Это ее поперечное сечение, угол 60 градусов везде. Линейку с 55 градусами. Вот. Ну как это сделать? Мы будем сшабривать, этот угол будет сохраняться целым, ну или фрезеровать. Этот угол будем оставлять 60. Таким образом, когда здесь появится 55, будет выполняться вот эти равенства. Из вот этих двух треугольников. Один и второй. Получили эти равенства, решили их. Значит, нам придется вот тут снять 6,25 миллиметра. Или сверху 5,4. Вот, то есть тут 6,25, ну и дальше поменьше. Ну, не знаю, как это. Это, наверное, не шабришь. Наверное, надо фрезеровать.